Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем внедорожник Condor. В набор входит клей, наждачка, 163 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на расположение деталей. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. На этом этапе максимально ровно совмещаем крестообразные отверстия. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Протектор шин должен быть в шахматном виде. Остальные колеса собираем по аналогии. Thank you.
Детали совмещаем так, чтобы зубчатые серединки смотрели друг на друга. Второе крыло собираем по аналогии. С другой стороны делаем точно так же. Второе колесо собираем по аналогии.
Обращаем внимание на расположение деталей. На эту деталь не должен попасть клей. Готово! У собранной модели вращаются колеса, поворачиваются передние колеса, открываются двери, крышка капота и дверь кузова, а также у прицепа раздвигается трап. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!